Агентство по разминированию Азербайджанской республики обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных территориях. Так, с 1 по 12 октября в ходе мероприятий по разминированию в Тартерском, Агдамском, Ходжевенском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангеланском районах обнаружены и обезврежены 61 противопехотная мина, 28 противотанковых мин, а также 367 неразорвавшихся боеприпасов. В результате территория площадью 381 гектар были очищены от мин и взрывоопасных предметов.